Все, все. Все хорошо. Что? Привет, маленькая. Цири! Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка! Те, кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь. Я чертовски рад вас всех видеть. Может... Я оставлю вас на минутку. Трис, успокойся. Нет, нет. Вы наверняка соскучились, а лишняя минута ничего не изменит. Хорошо. Тогда минутку и идем, ладно? Мне немного не по себе. 45 секунд. Что? Нам осталось 45 секунд вдвоем. Уже 30. А потом мы бросим вызов дикой охоте. Так что умоляю, не стой столбом. Йен, я тебя обожаю. Что ж, троечка за оригинальность. А вот за искренность. Ну, пойдем. Йен, ты знаешь о дикой охоте больше, чем остальные. Можешь сказать что-нибудь об их магии? У нее есть навигаторы, которые открывают порталы. С порталами бороться можно магией или двемеритом. Еще они используют холод, приходящий из пустоты, сквозь которую они путешествуют. Ты нашел ее? А! Мне сказали, что за ней гонится дикая охота, и что у нас могут быть непрошенные гости. Так что я готовлю махакамскую смесь. Как рванет, костей не соберешь. Все инструменты прихватил? Я подумал, что перед битвой нужно будет наточить мечи и заклепать доспехи. Хорошая мысль. Спасибо, Золтан. А еще я собираюсь изготовить мое особое средство – махакамскую смесь. Очень хорошо взрывается и очень помогает при осадах. Поговорим позже. Вижу, ты в хорошем настроении. Хорошо, что ты привел ее сюда. Надеюсь, этот газ подействует. Локоть выше. Он и так высоко. Ты его всегда заваливаешь, как... Я рад, что вы здесь. Я собирался приехать один, но Бьянка меня выследила, заставила взять с собой. Я думала устроить тебе скандал за то, что ты меня не позвал. Но по дороге уже все высказал Раше. Старые знакомые.
Что здесь делает этот ублюдок? Он нам нужен. Может, ты и забыл, что он сделал, а я нет. Я присмотрю за Лето. Обещаю, что буду вести себя хорошо. Если ты будешь следить за предателем, то не уследишь за врагом. Почему убийца королей тебе так важен? Этот Иридин, он же король? Да идите вы, оба! Мы останемся и поможем тебе. Но мы не хотим, чтобы он стоял у нас за спиной. Иллюзия. Привет. Если мне сегодня суждено умереть, я хоть выглядеть буду хорошо. Хочешь порадовать дикую охоту? Женщина делает макияж только за тем, чтобы порадовать себя. Хорошо, что ты здесь. Рада тебя видеть. Я думал, ты будешь раньше. Сначала я вообще сюда не собиралась, но потом передумала. Почему вдруг? Есть вещи, которые женщина не должна объяснять никогда, чародейка в особенности. Собирай всех, начнем совет. Спасибо, что вы здесь. Дикая охота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Редин, король охоты, абсолютно уверен в себе. Он захочет повергнуть нас одним мощным натиском. Если мы перехватим инициативу, то спутаем его планы. Я создам над крепостью магический барьер. Смешаю их порядки и заставлю приземлиться в лесу. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Я пойду с вами. Всегда легче выйти на врага, чем ждать. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. Поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт, приготовить нам две меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Если что-то пойдет не так, дикая охота загонит нас в оборону. Нам придется отступить к воротам крепости. Внутренний двор — последняя линия обороны. Если не остановим их здесь, все кончено. Самое главное для нас, Цири, — это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается, но ты помнишь? Что самое важное в охоте на чудовищ? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место, где ты стоишь, упадет огненный шар. Это так, на всякий случай.
Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокий, а дно уставлено острыми кольями. Я привез махакамскую смесь. Горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек, но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Нас мало, так что ловушек нам понадобится как можно больше. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры, иначе осада может быстро закончиться. Нам понадобится оружие, способное пробить латы дикой охоты. Надо заняться арсеналом. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили? Да, у нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она оттесняет всадников в лес. Геральт, Ламберт и Лето ждут в лесу. При помощи Двимирита они будут закрывать порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников попало в крепость. Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. У меня такое ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Что готово? Времени было мало, так что немногое. Вы все сейчас здесь не нужны. Не волнуйся ты так. Выше голову, мы справимся. Меня беспокоит, что у нас мало мечей из метеоритной стали. Хватит на всех. Смотри, что отыскал тебе Весемир. Гномское лезвие, гарда эльфской работы. Пройдет сквозь латы, как нож сквозь масло. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи. Возьмем с собой Лето. Ты знаешь, что я об этом думаю. Есть минутка? Серьезный разговор. Ты знаешь, что я не позволю им тебя забрать. Знаю. Не лезь в бой и держись подальше от неприятностей. Не надо ко мне относиться как к ребенку. Даже когда ты была маленькой, я не относился к тебе как к ребенку. Люблю, когда ты улыбаешься.
Пойди сюда. Все будет хорошо. Видишь? Началось! В лес! Когда все кончится, скажу Йеннифер спасибо. Это заклинание просто нечто. А еще невидимость. Гончие могут тебя учуять, к ним не приближайся. И помни, в бою тебя будет видно. Он всегда столько болтает? Только когда нервничает. Кстати, отличные вышли бомбы. Целься точно в портал, не трать их попусту. Двимерита у меня больше нет. Ян говорила, что Ирден тоже может закрывать порталы. Они уже здесь. Идем поздороваемся. Не спеши. Пока что лучше не высовываться. И дать Трис возможность проявить себя во всем блеске. Значит, Меригольд умеет вызывать не только стаи бабочек. Сейчас увидишь. В следующий раз, прежде чем я захочу разозлить Меригольд, лучше сразу дай мне по башке. Не
Волчьи ямы Роше. Все просто отлично. Отлично, если мы в них не упадем. А ведь еще бы чуть-чуть, мать их. Спокойно, Роше знает свое дело, под нами не провалится. А вот под охотниками в полных доспехах, с гарантией. Перестраиваются. Видишь командира? Это Имлерих. Я помню его по тем временам, когда сам ездил с дикой охотой. Ах ты, сука, невидимость проходит. Попробуем его убить. Я бы не рискнул. Педик. Что там с Меригольд? Зараза. Ты должна была ждать внутри. Я не буду сидеть сложа руки, когда вы рискуете за меня жизнью. Вернись внутрь! Нет! Геральт подал сигнал, а Трис ничего не сделала. Холера! Давай к ней! Заклятие нет слабее! Буран почти в крепости! Быстрее, плотва!
Большой отряд подходит из леса. Надо запереть ворота, пока они не ворвались. Мы договаривались, что он откроет ворота. Они пока закрыты, значит... Он справится. А мы должны помочь Трис. Спасибо. Если бы не вы, было бы тяжко. Нам пришлось отступить. Они пытались пройти через главные ворота. Боюсь, в следующий раз у них получится. Что с Эскелем? Надо отходить! Он в беде. Я иду к нему. Помни про камень, который я тебе дала. Я тоже так умею.
Ты спасаешь мою задницу, а должна была сидеть в замке. Ха. Тогда кто спасал бы твою задницу? Эти молодцы! Надо открыть им ворота! Эскель открыл ворота. Можно отходить. Отходим. Что ты здесь делаешь? Уже не имеет значения. Они проходят сквозь щели. Примеритовые бомбы. В ящиках у стен есть еще. Я сотворю круг жизненной силы. Нужно закрыть портал, иначе мы погибнем. Геральт! Я уже не могу их задержать! Они лезут во двор через главные ворота! Уже бегу! Этот ублюдок хочет прорваться сюда! Она тебя не бросит. Вы, люди, так непрактичны. Сири! Нет! Я запрещаю! Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось.
Где Марш? Я не успела ему помочь. Это не твоя вина. Я не должна была бежать в Каэр Морхен. Авалак слаб, но жив. Трис перевязывает остальных. Я чуть не убила вас. Чуть не убила всех. Если бы не ты, мы были бы уже мертвы. Нет, Геральт. Если бы не я, Дикая Охота никогда не пришла бы в Каэр Морхен. Надо готовиться к погребению Весемира.
Не вини себя. Ни один ведьмак не умер в своей постели. Ты не знаешь, как это, когда ради тебя умирают те, кого ты любишь. Мы все знали, на что идем. Да, и спасли меня. Только надолго ли? На неделю? На год? Мы спрячем тебя. Заметем следы. Нет. Хватит прятаться. Лафаэль. Для тех, кто остался, смерть никогда не должна быть важнее жизни. Проститесь с другом. Когда закончите, соберемся на совет. Зираэль обладает великой силой. Почему никто не учил ее контроля? Представь себе, кто-то ее все-таки учил. Как видно, без успеха. С удовольствием поссорюсь с тобой по этому поводу в другой раз. У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. И за заботу о Цири. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зираэль, спрятать. И собрать более мощные силы. В Каэр-Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать. В таком случае следует попросить о помощи врагов. Лучшее оружие против дикой охоты – магия. Значит, нам нужны чародейки, мастера магии. Ты имеешь в виду ложу? Большинство членов ложи мертвы, остальные в бегах. Филиппа Эйльхарт, Маргарита Лаантиль и Фрингилья Виго – скорее всего, живы. Франциско и Ида, ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Да. Наверное, так будет лучше. Я не доверяю ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила соглашение с Императором. В обмен на помощь, ложа получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Это будет нашим козырем в торге. Трис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения! С меня хватит! Я не дам себя никуда вести, как мешок! Я не хочу сидеть сложа руки! Я устала ждать и прятаться! Ты права. Ты доказала, что можешь о себе позаботиться. Проще похлопать по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется, чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции. Во-первых, ни хрена подобного. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне. Пока. Я лучше пойду за ней. Подожди, ей нужно время. Позволь ей пройти через скорбь. А потом мы как можно быстрее начнем уроки. Она должна научиться управлять своими способностями. Все это обучение, правда, необходимо? Ты видел, что произошло? Цири может оказаться даже более опасной, чем дикая охота. Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдем, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания.
ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после 8 попыток? А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит! Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим маятник — легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? Авалак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило, ну что угодно, ты всегда умеешь взять себя в руки. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его бармен. Отведешь меня в горы и напоишь отваром шалфея? Друиды Скеллиги использовали его веками и весьма успешно. Пожалеешь. Эй! Ты жульничаешь? Капуша. Я тебе покажу. Ты был прав. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. Что такое? Вставай, пора ехать. Я коней заседлала. Цири, только рассвело. Куда ты собралась? В Велен. Через несколько дней на Лысой горе будет шабаш чародеек. И знаешь, кто у них почетный гость? Не знаю. Просвети меня. Имлерих. Лучшего случая его достать у нас не будет. Как тебе это вообще пришло в голову? Я хочу отомстить за Весемира. Шабаш — это идеальная возможность. Имлерих будет среди своих, пьяный и расслабленный. Он не будет ждать удара. Откуда ты обо всем этом знаешь? О шабаше, об Имлерихе? Авалак рассказывал мне о тех, кто за нами гонится. Он говорит, что знание дает преимущество. Пойдем, по дороге поговорим. Веди. Поедем? В путь. В Авроницах про это место говорили. Арт Кербин. Дом хозяек леса. Крестьяне боялись этого места. А барон считал, что хозяйки леса
Просто сказка для непослушных детей. Интересно, как он сейчас? Он нашел жену и забрал ее куда-то далеко. С Анной не все было в порядке. Жалко. Откуда ты знаешь, что мы найдем здесь Имлериха? Авалак говорил, что в нашем мире повсюду живут создания, которые тайно общаются с эльфами из Аэнейли. Велени — это ведьмы. Как я поняла, Эридин послал Имлериха к ним с приказом держать ухо востро. На случай, если Авалак вернется в старое убежище. Судя по количеству ушей, которые висят в лесу, они поняли приказ буквально. Думаешь, Имлерих еще здесь? Он любит плотские забавы. Вино, секс. Ведьмы ублажают его, а это питает его самолюбие. Я уверена, что он не упустит возможности и появится на Лысой горе в ночь шабаша. Ты знаешь, что это за место? Несколько сотен лет назад здесь обитали друиды. Но потом появились ведьмы, уничтожили Велинский круг и осквернили священный дуб на вершине горы. Раз в год здесь устраивают праздник, саббат. На него сходятся все местные крестьяне. Подозреваю, что Имлерих тоже появится, как почетный гость ведьм. Ты многое знаешь. Авалак хороший учитель. Давай сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину и найти Имлериха. Велинские крестьяне зовут эту ночь праздником даров. Не знаю почему. Авалак говорил, что самая большая слабость Имлериха – тщеславие. Тщеславие? Он старается произвести впечатление на противника. Зато второй, Карантир, скрытен и прагматичен. Что неудивительно, он ученик Авалака. Пусть подойдут. Но... Они пришли на праздник. Не годится отказывать им в гостеприимстве. Мы не на праздник, нам надо подняться на гору. Через ворота вы не пройдете. Но там вон костры. Посидите, еды и питья хватит на всех. Может, в этом году хозяйки снизойдут к нам. И мы хоть глазочком на них поглядим. Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием посидим с вами, правда? Говори за себя. Идите за мной. Что вы отмечаете? А что вам до этого? Не гневайся. Беловолосый служил хозяйкам, как и мы им служим. Целый год мы шлем им дары, а в эту ночь они одаряют нас благословением. Встречала я один такой дар. Заплаканный, перепуганный, сопливый. Лет 8, кажется. Зачем хозяйкам дети? Мы не знаем и не спрашиваем. Не знаете? Так я вам расскажу. Скажите лучше, что делать мужику, если он встретит на дороге сироту, когда его собственные дети плачут от голода? Вы не здешние, а потому не судите нас по чужим законам. Ты сказал, что хозяйки вас благословляют. Да. Так и проходят наши дни. Сперва лето в трудах под жарким солнцем, потом дождливая осень, а потом зима и смерть. И тогда мы ждем весны, когда все, что мертво, возродится. А из нашей крови, из нашего пота дуб родит нам желуди. Иногда несколько, иногда целую горсть. И что вы делаете с этими желудями?
Старейшины велено собираются и держат совет. Одни хотят смолоть их и засеять поля, чтобы был богатый урожай. Другие — отнести мудрой женщине, чтобы она сделала снадобье от чахотки. И что, горсти заколдованных желудей хватает на весь Велен? Никогда не хватает. Довольно об этом. У нас есть еще вопросы. А почему мы не пройдем через ворота? Хозяйкам только избранных пускают. Каждый год на гору поднимаются юноши и девушки, не больше троих. Да, и угадаю. Юноши и девушки не возвращаются. Возвращаются. Счастливыми. Редко кто остается потом в Велене. Они уходят искать счастье по свету. Значит, хозяйки спускаются к вам? Если... Бывают милостивы. Мой отец рассказывал, как-то они переходили от костра к костру, выслушивали просьбы и жалобы. И каждый год мы ждем. Может, спустится. Значит, тут их не было уже давно. Нет смысла надеяться на случай. Да, попробуем подняться на вершину. Нам надо идти. Вы торопитесь увидеть хозяек. Понимаю. Сгораем от нетерпения. Пойдем, Геральт. Нам надо успеть до рассвета. Идите к шатру и предстаньте перед Теклой. Это она решает, кто достоин встретиться с хозяйками. Да неведомо, что за создание под покровом человеческим на свет. Это он. Каждый им для себя и по-своему. Хозяйки, пошлите здоровье моему внуку. Казни, но добрый мой. Смотри, мальчик. Это Прибожик. Я его знаю, его зовут Ивасик. Что в меня? Ты вернулся? И девицу свою отыскал. Я Ивасик, мы уже знакомы. Правда, это я с тобой познакомился. Потому что ты убегала, и я видел тебя со спины. Ну, это долгая история. Меня зовут Цири. Приятно познакомиться. Как твои дела? Все здоровы, спасибо. Что вас сюда привело? А что ты здесь делаешь? Когда мы виделись в последний раз, ты был с ведьмами не в ладах. Я получил приглашение, от которого не мог отказаться. Как каждый год и случается. Ведьмы все-таки меня признают и желают видеть на своем празднике. Так что я тут покручусь немного, а как солнце встанет, вернусь к себе. А вы? Мы собираемся на вершину горы. Можешь нам с этим как-нибудь помочь? Я бы попробовал вас отговорить, но это, наверное, напрасный труд. Девица такая же упрямая, как и ты, правда? Еще больше. Я так и понял. Дорога на вершину начинается там, за воротами. А ключ от ворот только у старой Теклы. Вам его не достать, так что лучше возвращайтесь назад. Почему ты считаешь, что ключ не достать? О, боги! Да с вами хуже, чем с детьми! На вершину горы пропускают самое большее троих. Только прекрасных юношей или ладных девушек. Они получают ключ, открывают ворота и идут на встречу с ведьмами. Я гожусь. Но он-то старый и страшный. Какая от него польза? Я могу, например, найти пропавший голос. Тогда иди и поищи голос своего разума. А я тебе скажу, лучше возвращайся. С ведьмами шутки плохи. Мы здесь потому, что ищем эльфа по имени Имлерих. Цири считает, что он гостит у ведьм. Такой здоровый, весь в доспехах. Тогда верно. Он и правда на вершине горы. Ты видел его? Первый раз на топях. Вода замерзала под копытами его коня. А вчера второй раз. Уже здесь. Зачем вы его ищете? Он убил моего друга. На твоем месте я бы не стал мстить. Перед ним даже ведьмы прогибаются. Мы должны добраться до вершины. Придется убедить в этом Теклу. Она слепая,
Но ее не обманешь. Мы и не будем изворачиваться. Она там, в шатре сидит. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. Солнце зашло, смог соловей. Тут уже свет. У хозяек есть еда. Что же они не дают нам ее почаще? Что-то будет. Не говори дурного о благодетельницах. Как же? Вы не встретите. Что это? Пойди сюда, девушка. Ну, ближе. Так, какая она? Узкие бедра, глаза блестят, с характером. У тебя был когда-нибудь мужчина? Неважно, я уже знаю. Я выбираю тебя, девушка. В эту ночь ты увидишь хозяек. Если она идет на гору, я иду с ней. Хм. Что там еще кот принес? Седой, жилистый, со шрамом и глаза змеиные. Так. От него смердит запекшейся кровью и мертвецами. К тому же он старый и бесплодный. Я отвергаю тебя, выродок. Девушка пойдет на вершину одна. Что все это значит? Для чего ты выбрала эту девушку? Скажи ему. Каждый год трое избранных удостаиваются чести встретиться с хозяйками. И что происходит, когда они удостоятся этой чести? Они возвращаются, но уже не говорят о прошлом. Они счастливы и начинают жизнь заново. Эта девушка не первая из тех, кто был сегодня избран. Но месяц уже высоко. Она будет последней. Я пойду вместе с девушкой. А он с характером. Что ты видишь? Ему это очень важно. Он любит девушку, но хочет это от нас скрыть. Может быть, я ошиблась? Может, в нем есть еще жизнь? Старый обычай позволяет мне отказаться от решения. Если ты примешь вызов. И что за вызов? Скажи ему. Нужно спуститься в пещеру и погрузиться в подземные воды. А в чем подвох? Озеро глубоко, воды его темны. Я принимаю вызов. Пойдем. Погляди, вот эта монета из давних времен. На одной стороне в огне горит фалька, потому ее называют Ореном Смутьянки. Принеси мне эту монету. А, что-то будет. Что-то будет. Я уже начала беспокоиться. Пойдем за ключом. Что-то будет. Что-то будет. Эти вернулись. Чего вы хотите? Интересно, что там на вершине горы? Скажи ему. Там живут хозяйки. Но только избранные могут их увидеть. Я знаю. Я хочу... Здесь ты больше ничего не узнаешь. Я принес монету со дна озера. Смердит тиной. Ничего не поделаешь. Ты сдержишь слово? Я всегда держу слово. Покажи монету привратнику за воротами. Он поймет, что это значит. Марика откроет вам ворота.
А теперь ступайте. Все прошло отлично. Конечно, ты в пещере не ныряла. Не ворчи. Ты-то нырял в местах похуже. Я тебе как-нибудь расскажу, как взял заказ на Ригера. Чтобы встретить хозяев. Да начнется празднество. И пускай оно не закончится до рассвета. Как тебя зовут, девушка? А тебя? Неважно, как тебя зовут. На вершине горы ты оставишь свое имя и получишь новое. Будь свободен. А ты? У нас здесь дела, так что лучше пропусти нас. Ты собираешься мне приказывать? Ты человек! Я прошел испытание, и у меня есть доказательства. Узнаешь? Арен Смутьянки. Смертный приговор. Крепкий был бугай. У нас мало времени. Я займусь Имлерихом, а ты убей ведьм. А Валак говорил, они живут в корнях дуба. Исключено. Я иду за Имлерихом. Ладно, давай разыграем. Камень, ножницы, бумага. Пёсья кровь! Давай еще раз. Имлерих опаснее ведьм. Будет лучше, если я им займусь. Я дерусь не хуже тебя. Мы оба знаем, что это неправда. Хоть раз меня послушай. Но! Никаких но. Ладно. Береги себя. Ты тоже. Надо как-то спуститься. Зараза. Похоже, придется прыгать. Он прожил всю жизнь в любви и не знал горечи. Ням-ням.
Приветствую, дитя старшей крови. Мы знали, что ты вернешься. Мы еще помним твой вкус. Хватит болтать. Имлерих наверняка на самом верху горы. Сестры сказали, что ты придешь. Они видели тебя в воде. Они не разглядели девушки, но ты пришел с ней, верно? Да, мы оба здесь. Где девушка? Неважно, ты ее не достанешь. В разрушенной крепости ты отважно сражался до самого конца. Тебя научил так драться. Ведьмак, которого ты убил.
получилось. С трудом. Как там внизу? Я убила только двух ведьм. Одна сбежала с медальоном Весемира. Единственная вещь у меня от него оставалась. Хорошо, что мы сюда приехали. Я сразу знала, что у нас все получится. Теперь найдем Эридина и убьем его. О чем задумался? Думаю, что сказать Йеннифер, когда мы доберемся до Новиграда. Говори ей правду. Всегда. Интересно, Йеннифер и Трис нашли чародеек из ложи? Нам пора к ним. Да, пойдем. Спасибо, что поехал со мной. Иди сюда. Пора собираться. Дуб умер. И дуб, и ведьмы. Это был ваш последний праздник. А желуди? Не знаю, что с вашими желудями. Придется вам жить без них. Это не ничья земля и не земля хозяек. Теперь она ваша. Так что нам делать-то? Пойдем. Нам пора. Решайте сами. Это нелюди. Я думала, что охотники и храмовая стража охотятся на чародеев. Чародеи сбежали, и охотники нашли нового врага. Ненависть и предубеждение нельзя искоренить до конца. И в охоте на ведьм дело вовсе не в ведьмах. В такой охоте главное... Люди всегда опасались выродков. Едва чародеи покинули Новиград, гнев жителей обрушился на существ других рас. С давних пор самым страшным врагом для людей был вовсе не чужеземец, а сосед. Лютик! Готовь кружки! У нас гости! Геральт! Цири! Когда я узнал, что Геральт тебя нашел... Я тоже очень рада, что ты жив, Лютик. Где вас носило? Мы как раз разделались с ведьмами из Велина и с полководцем Дикой Охоты. Хо-хо! Вижу, утром вы потрудились. У вас такой жалкий вид. Вам определенно надо отдохнуть. Это правда. Найдешь мне комнату? Ясное дело. Пойдем, ласточка, я тебя провожу. Геральт, давай попозже встретимся. Я умоюсь, а потом мне надо закончить одно дело. Я буду ждать тебя на рынке в Золотом городе. Ладно. Случилось что-нибудь интересное? Полли подхватила грипп, Мэтт получил нож под ребра, ну и с поставками Соденского тройного запаздывают. Люди. Йен и Трис должны были собрать ложу чародея. Этим они и занимаются. Трис наверху ждет тебя, а Йеннифер пошла к Романошке Катарине. Йен в грязной портовой корчме? Зачем? Представь, она мне не докладывает.
а этот ваш эльф занял рубиновые апартаменты. Тоже велел тебе передать, что ждет тебя. Ты отдал ему лучшую комнату? А он меня и не спрашивал. Я приготовил ему другую, но он на меня и не взглянул, сразу заперся в рубиновой. С тех пор он вообще не выходит. Почти ничего не ест, пьет только воду, а сказал одно. Я хочу знать, когда прибудут Гвинблейд и Зираэль. Спасибо. Похоже, мне будет чем заняться. Ведьмак, это звучит гордо. Прямо сегодня утром моя Грета принесла вести с рынка. Будто в одном доме что-то людей убивает. Мне нужен поезд. Ищешь что-то? Какую-нибудь милую безделушку. Хочешь сделать подарок? Когда я последний раз была в Новиграде, я влипла в неприятности. Я что-то такое слышал. Некоторые мне тогда помогли, а другие не так, чтобы очень. И тех, и других я сейчас хочу поблагодарить. Сходишь со мной? Веди. Нам нужен храмовый остров. Ты вдруг ударилась в религию? Нет, пойдем. Мы уже почти на месте. Так куда мы идем? Повидаться с ублюдком младшим. Поздно. Его нет в живых. Я спросила Золтана, и он сказал, что ублюдок живой и здоровый сидит на храмовом острове. Я лично всадил ему меч промеж ребер. Должно быть, у тебя дрогнула рука. Он как-то оклемался. Зачем тебе это? Я хочу посмотреть ему в глаза. Что тогда? Не знаю. Зависит от того, что я в них увижу. Выглядят как нильфгардские. Мода пришла с юга. А, тут все. Сволочь! Повесила я белье или нет? Что? Мы к господину Вилли. Господин ублюдок ожидает важных гостей. Убирайтесь. Подвыпердыши! Может, как-нибудь договоримся? Да, договоримся. Идите наверх. Шеф ждет. Это было странно. По меньшей мере. Интересно, что они собираются делать? Сейчас узнаем. Надо же, кого я вижу. Ты наконец нашел свою маленькую протеже. Правда, у тебя это отняло немного времени. По-моему, он выглядит живым и здоровым. А, ты-то думал, что замочил меня? Сюрприз, сука! Завали хлебало, ведьма, пока его кто-то другой не закрыл. Довольно! Я закончу то, что ты начал. Ой, стойте, это же я, Дуду! Дуду Бибервельд! Вы меня правда не узнали? Дуду? Погоди, Цири. После налета на сокровищницу Дикстры ты исчез. Как я тебя нашел? Быстро! На площади мясников! Вы поставили пьесу Присциллы! Ну ты вытащил меня на сцену! Отложи меч, Цири. Это Дуду. О, боги! Но вы меня и напугали. Обошлось бы без этого, если бы ты не обернулся ублюдком. О чем ты вообще думал? Когда мы от него убежали, я не знал, что мне делать. Я не мог больше скрываться. Рано или поздно меня все равно бы нашли. И тогда я принял решение. Мы-то знали, что он умер, а больше никто и не догадался. Это был мой шанс. Никто не плакал по ублюдку-младшему. В своей никчемной жизни он не помог никому. Забавно, что его стали уважать только после смерти.
Говорят, что каждый заслуживает второго шанса. Быть может, это правда. Ублюдок в определенном смысле получил свой второй шанс. Он разделил его с одним доплером, которого друзья называли Дуду. Я и не подозревала в тебе такой отваги. И я в себе тоже. Да, кстати, ты даже не представляешь, как я рад, что с тобой все в порядке. А я что, не перерезала тебе горло? Тебя же могут раскрыть. Люди Вилли до сих пор не догадались. Его партнеры тоже нет. Даже вы повелись. И это могло для тебя плохо кончиться. Факт. Иногда меня заносит. Но обычно я очень осторожен. Интересный род занятий ты себе выбрал. У него всегда была деловая хватка. С борделями и азартными играми он тоже справится. Так в том-то и дело, что в этом нет нужды. Через 2 недели после смерти Вилли я объявил, что уверовал в вечный огонь. Продал нелегальное дело и занялся морской торговлей. И никто из людей-ублюдка не протестовал? У меня есть знакомство в гильдиях, а потому доходы в 2 раза выше, чем раньше. Для людей Вилли в 2 раза больше крон в кошельке, значит в 2 раза больше уважения тому, кто кошелек дает. Ну, нам пора. Верно. Нужно еще заглянуть в золотой осетр. Рад был вас увидеть. Берегите себя. Ты тоже. Бывай, Дуду. Зачем мы идем в осетр? Встретиться с девушкой, которая когда-то мне помогла. Кто она? Знакомая Лютика. Ее зовут Бея. Она работает официанткой в золотом осетре. Это она помогла мне найти Лютика. Я хочу ее поблагодарить. Она тогда сильно рисковала. Почему? У меня на хвосте была храмовая стража. Заодно только общение со мной ее могли высечь. Вечно ты во что-то ввязываешься. Вся в тебя. Верк. Сил нет. Знаешь, я однажды была в городе, очень похожем на Новиград. Только люди там были гораздо выше, и кожа у них была черная. Это было где-нибудь в Зерикане? Нет, в другом мире. А как это, прыгать между мирами? Как проходить через портал или по-другому? Немного по-другому. Сначала было тяжело. Я не очень умела это делать. Приходилось ужасно сосредотачиваться, чтобы не оказаться, например, внутри вулкана. Но я многому научилась у Авалак. Теперь я просто думаю о том месте, куда хочу попасть, закрываю глаза и готова. Рыбаки боятся выходить далеко в море. Дикари со скеллиги... У нелюдя у него это... от природы наклонность, чтобы стать разбойником. Берегись, ублюдок. Мы дали тебе шанс. Надо было им воспользоваться. Плевала я на ваши шансы. Еще пожалеешь, корова! Следи за языком, когда говоришь с дамой. Не суйся, не в свое дело. Теперь уже мое. Тоже ведь сучий выродок. Да, к тому же очень опасный. Это мясник из Белого сада. И что он там сделал? Деревья на мясо порубил? Юген, он зарубил пол деревни, а трупы старосты и его жены тащил за лошадью до самого Новиграда. Пойдем отсюда. Послушай приятеля, он дело говорит. Простите. Спасибо. В этот раз они и правда были настроены решительно. А я говорила, чтобы ты их не задевала. Что же теперь? Не впускать мне людей только потому, что какой-то громила мне угрожает? Как бы не так. Рада тебя видеть, Беа. И я тебя, Цири. Кто твой галантный спутник? Геральт из Риви. Тот самый Геральт! Мне очень приятно. Я много о тебе слышала.
Например, что? Например, то, что ты спасал ее из передряг столько раз, что и не сосчитать, и всегда мог ее развеселить. Это я слышала от Цири. А от других... Беа, я еще здесь. Ну, хорошо, хорошо. И что вас привело? Я хотела тебя поблагодарить за все. Ох, да ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не у каждого хватило бы смелости. Спасибо. Это тебе, маленькая безделушка, чтобы ты обо мне помнила. О, какая красота! Спасибо. Так что, вы останетесь? Будет суп и гуляш. Корчмарь утром порося забил. Спасибо, но нам нужно навестить застенье. А, к Вальде идете. Ну, не буду задерживать. Там вас тоже хорошо накормит. Будьте здоровы. Присматривай за ней, ведьмак. Присмотрю. Бывай. Браво, ведьмак! У меня есть тема для следующей баллады. Это твоя подруга, Беа. Что с ней? Ничего. Она довольно милая. Геральт, ты невыносим. А что такого интересного на застенье? Лагерь бродячих циркачей. Нелюдей. Когда я сюда приехала, то хотела найти Трис. Жилось мне тут нелегко. Деньги, которые дал мне барон, почти сразу закончились. С Трис мы так и не встретились. Нам помешала храмовая стража. А меня же разыскивали. Трис что, не пробовала с тобой связаться? Она же не знала ни о чем. Она думала, что встречается с очередной алхимичкой, которая собирается бежать из Новиграда. Я не хотела подвергать ее опасности. За мной гнались, я была без гроша. Тогда я встретила Вальда. Он и его люди мне помогли. Потом познакомили меня с Беа. А благодаря ей я попала к людям. Остальное ты знаешь. Гроза, мать ее. Как же это тебя, стража, в город? И где этот твой знакомый? Там! Вальдо! Айгар! Цири! Ты дьявол, воплоти! Куда ты пропала? Привет, малышка! Ты что, дедушку привела? Айгар, ты невыносим! Позвольте представить. Геральт из Ривии. А, приветствуем! Мы много о тебе слышали! И я вас. Спасибо, что помогли Цири. О, у нас просто не было выбора. Такой девушке нельзя отказать. Успели в последнюю минуту. Завтра вы бы нас здесь уже не застали. Уезжайте? Скоро начнут выселять нелюдей. Мы хотим упредить события. Понимаю. Проблема в том, что по дороге у нас пали два коня, а два других слишком слабы, их не запряжешь. Мы как-нибудь справимся. Впрочем, уезжаем мы только завтра, так что сегодня горевать не стоит. Да! Прошу простить, пойду поговорю с купцом. Может, он согласится обменять наших кляч на одного здорового коня. Чтобы Вальда завтра не пришлось горевать. Может, мы вам как-нибудь поможем? Не волнуйтесь за нас. Мы всегда находим выход, правда, Цири? Скажите лучше, что вас привело? Я хотела попросить прощения. Тогда я исчезла так внезапно. Да ладно! Главное, что ты вернулась, и что ты жива и здорова. Это вам. Ровно столько, сколько ты мне тогда одолжил. Еще немножко сверху. Цири, ты же знаешь, что я этого не возьму. А ты знаешь, что я не приму отказа. Знаю. Давай на это сыграем. Ты в седле-то держаться не разучилась? Само собой. Тогда устроим заезд. Геральт, присоединишься? С удовольствием. Вот это я понимаю. Пойдемте. Геральт, возьми одного из этих. Иду, иду. Но! Эх,
Раньше ты была быстрее. Я дала тебе фору. Я все еще могу тебя обогнать. Я поддавалась. Прекрасные скачки. Надо это отметить. У нас есть несколько бочек самого лучшего каэдвенского. Сейчас все соберутся и зажгут костры. Эта ночь будет нашей. Ты знаешь, может, это не мое дело, но... Я рада, что вы с Йеннифер в конце концов вместе. Я тоже. Долго до вас доходило. Наверное. Мы оба должны были до этого дозреть. И как это было? Когда желание перестает действовать, что ты чувствуешь? Мы стояли там вдвоем на вершине горы. Я смотрел на нее и чувствовал, что рядом с ней я на своем месте. Наконец-то. Еще вина? Спасибо. Я рада, что мы остались. Я тоже. Любят тебя здесь? Я тоже их люблю. Ах, я бы с таким удовольствием осталась с ними. Пила бы, путешествовала бы из города в город, ни о чем бы не заботилась. Не жизнь, а сказка. Но сперва надо победить дикую охоту. Боюсь, в моем случае схватка с охотой только начало. Ты о чем? Ты обещала! Я пошутила. Иногда так хочется быть такой, как они. Пьяной и хихикающей? Сегодня у тебя есть такая возможность. Не в этом дело. Я бы хотела быть обыкновенной. Проблема в том, что ты необыкновенная. Ты родилась для великих дел. Я слышу это с рождения. Все из-за старшей крови. Это и дар, и проклятие. Благодаря ей у меня есть все эти способности, но из-за нее я всю жизнь скрываюсь и убегаю. Поэтому пора с этим заканчивать. Победи, Маридина, и ты, наконец, будешь свободна. Неужели? Планы на меня есть не только у Редина. Когда-то это были чародейки из ложи. Теперь мой отец... Даже Йеннифер. Ты забыла упомянуть о Валакхе? С Валакхом все иначе. Ему важно, чтобы мой дар не попал в грязные руки, не вырвался из-под контроля. Поэтому он меня учит и защищает. Ну, как скажешь. Ты сомневаешься? Однажды Валак попросит тебя об услуге. Даже если это так... У меня есть еще очень-очень много времени. И я уверена, что в любом случае он даст мне выбор. Я смогу отказать. Надеюсь, ты не ошибаешься. Это Пабло. Я тоже когда-нибудь научусь жонглировать. Чрезвычайно полезное умение. Ну, наконец-то я вас нашел. Не скучаете тут? Лучше скажи, что у тебя получилось с купцом. Ты коней раздобыл? А, это все гиблое дело. Меняться он не хочет, а за здорового коня такую цену заломил, что у меня голова заболела. Значит, придется раздобыть коней другим способом. Ого, я чую неприятности. Я знал, что тебе понравится. Мы хотим пробраться в его конюшню. Там, наверное, лошадей 30. Парой больше, парой меньше. Какая ему разница? Сходишь со мной? Конечно. Может, получится раздобыть их иначе? Так вышло, что у меня есть кое-какие деньги. Я мог бы вам одолжить. Мы не сможем их отдать. И не надо. Предложение великодушное, но это не лучший выход.
Купцу не деньги наши мешают, а мы сами. Он сказал, что с мерзавцами вроде нас торговать не будет. А раз торговать он не хочет, лошадей придется украсть. Ну что делать? Надо помогать другим в беде. Да-да-да! Должен признаться, мне показалось, что ты не такой. Какой? Решительный. Ну, в путь! Встретимся у конюшни. Айгар, стой на страже. Мы с Цири попробуем зайти. Хорошо. Нету сил. Закрыто. Может, есть другой путь? Вот и ключ. Быстро залезайте. Наконец-то. Какая работа! Видели двух недоумков, которые за нами гнались? Они чуть сапоги не потеряли. Спасибо, Геральт. Это было здорово. Я рад, что ты рада. Хотя считаю, что это было не совсем правильно. Как ты можешь водиться с таким занудой? Оставь его в покое, Айгар. Такой уж Геральт есть правильный. Спасибо, что помогли и что ты нас навестила. Здорово было снова вас увидеть. Держитесь и берегите себя. А вы не забывайте о нас. Я загляну попрощаться к Вальда. Тогда увидимся у Лютика. У меня еще остались кое-какие дела в городе. До встречи. Надо в лесу оставаться, в отряде. Там хоть умереть можно. Выпьешь? В этом заведении я с таким же успехом могла бы пить помои. С Имлерихом ты все придумал или Цири? Цири. Я так и подумала. Хорошо, что ты поехал с ней. Я думал, ты будешь в бешенстве. Из-за чего? Что ты поддержал Цири в ее решении? Что вы сражались плечом к плечу и победили? А если бы мы проиграли? Мы бы сейчас не разговаривали, а женская часть континента утонула бы в слезах. Вы победили, так что не стоит говорить о том, что было бы. Что с ложей? Кто-нибудь согласился нам помочь? Боюсь, наши шансы быстро тают. Времена опасны, особенно для чародеев. Каждые 5 раз подумай, прежде чем подставить за кого-нибудь шею. Впрочем, сейчас не время и не место для таких разговоров. Рис расскажет тебе больше. Что ты делаешь в этом прекрасном месте? Я узнала, что Маргариту держат в Оксенфуртской тюрьме. Еще я разыскала человека, который из нее бежал. Скоро он должен здесь объявиться. Ты знаешь что-нибудь об этом беглеце? Я знаю только, что никому, кроме него, не удавалось сбежать из Дейла. И что его ищет теперь стража со всего города. И ты думаешь, ему можно доверять? Сейчас узнаю.
Он как раз пришел. Аббат Фария? А кто спрашивает? Нам надо поговорить. Зараза. Лучше его догони. Эти люди уже совсем одичали. Иди, откуда пришел. Эй, осторожнее, а! Я думал, ты с ним договорилась. Я сказала, что я его нашла. Чего вы от меня хотите? Пустите меня! Спокойно. Нам надо поговорить. Угу. А потом стилет под ребра и в канаву? Посмотри на нас. Разве мы похожи на бандитов? Ну, не очень-то. Вот именно. Кроме того, ты для нас гораздо ценнее живой, чем мертвый. Значит, вы меня не тронете? Нет. Просто расскажешь нам кое о чем, а потом пойдешь во свояси. Ну, коли так, будь по-вашему. Только давайте-ка вернемся в Хромоножку, чтоб на улице не стоять. Вино пойдет тебе на пользу. Спасибо. Чего вы хотите? Попасть в Дейру. Идите к охотникам и скажите, что практикуете чары. Тут же там окажетесь. Мы должны это сделать так, чтобы никто не заметил. Расскажи, как ты бежал, и пойдешь своей дорогой. Кажется, Дейра охраняется лучше, чем крепость Викаваро. Они набирают стражу из охотников за колдуньями. Худшие отбросы, дикие фанатики. Вы бы видели, что они с людьми вытворяют. Каждый день пытки, колесование. Покой был только в праздники, когда они напивались до беспамятства. Им можно пить на службе? Вроде нет, но сами знаете, как оно бывает. Говорят, что из Дейры выходят только трупы. Так говорят. Тогда я подумал, а почему бы не попробовать? Но останки сжигают. Начали сжигать, когда поняли, что я, старик, от них сбежал. Раньше покойников сбрасывали в большую яму. К яме этой примыкает канал, а он ведет к реке. Добрался до реки, считай, свободен. Ты говоришь, что притворился мертвым, и никто не догадался. В молодости я был подмастерьем аптекаря в Серебряном городе, так что в травах немного понимаю. В моей камере рос сонный гриб, а во дворе я собирал волчьи ягоды. Растер я это дело и съел за час до вечернего обхода. Это могло стоить тебе жизни. Если уж умирать, то на своих условиях. Значит, теоретически мы можем войти тем самым путем, которым ты вышел. Если только нам не помешают разлагающиеся останки. И если вы протиснетесь через решетку, после моего побега проход закрыли решеткой. Решетки можно взорвать. Чтобы нас услышало полгорода? У меня есть мысль получше. Аксенфурт построен на эльфских руинах. А те, в свою очередь, наверняка где-то соединяются с каналами. Если мы найдем проход, то проникнем внутрь тюрьмы. Видишь? Ничего страшного. И еще совет напоследок. Смени карчму. Здесь все знают, кто ты такой. Спасибо. Что бы вы ни задумывали, надеюсь, у вас получится. Мы тоже. Бывай. Интересные он вещи говорил о стражниках. Точно. Подпоить хотя бы нескольких, и все пойдет гораздо легче. Попрошу Золтана этим озаботиться. Встретимся позже, на Аксенфуртском мосту. Дала бы я тебе скидку за эти твои геройские подвиги. Но, маман...
Золтан? Да! Маргариту держат в Дейре. У нас есть план, как ее оттуда вытащить, но нам понадобится твоя помощь. Что делать? Погрузи на телегу столько Махакамского, сколько сможешь, и езжай в Оксенфурт. По сигналу Йеннифер ты проедешь мимо ворот тюрьмы и угостишь стражника. Тут вот какое дело. Как чародеи в городе перевелись, охотники взялись за нелюдей. Краснолюд, который путается у ворот тюрьмы, только внимание привлечет. Верно, я и не подумал. В таком случае пойду сразу к Йен. Она обещала найти вход в руины под городом. Спасибо за беседу. До свидания. Отправляешься в путь или с нами останешься? Ау! Не трогай меня. Во вход. Даже несколько. Ближайший в Калоце, недалеко отсюда. А ты про помощь договорился? Мы сами справимся. Начнем. К делу. А если стражники знают о проходе в развалинах и поставили там стражу? Не знают. Ты так уверена? Иерархи Новиграда делали все, чтобы стереть память об эльфском прошлом города. Даже если кто-то помнит, что руины существуют, никто не знает, куда они простираются. Тем более, никому не придет в голову ставить там стражу. Надеюсь, ты права. Честь и отчизна. Пришли. Еще недавно колодец был закрыт камнем. Согласно эдикту иерарха Хемельфарта, изданному больше 10 лет назад. Но я нашла пару сильных и отзывчивых прохожих, которые за небольшую плату любезно согласились убрать валун. Держи. Что это? Воспользуйся этим, когда найдешь Риту. Так я смогу понять, где именно ты находишься. Ты не пойдешь со мной? Продираться через руины и каналы я предоставлю специалисту. Ясно. Ты предпочитаешь прийти на все готовое. Снова мокнуть. Стена хрупкая. Я вытащу тебя отсюда. Все напрасно. Мы обе сгнием здесь. Шала? Ее схватили первые. Она в очень тяжелом состоянии. Бесполезно. Без ключа не открыть. Начальник стражи носит ключи при себе. Его комната наверху. Я скоро вернусь.
Кто ты? Как ты сюда попал? Чужой! Уладим все по-быстрому. И быстро, и больно. Он мне нужен живым. Живым! Что ты делаешь? Сейчас здесь будет Ян. Рита? Шиала? Когда я доберусь до этих ублюдков? Яна, я не выдержу. Держись. Ты должна выдержать. Я умираю, Яна. Я чародейка. Позвольте мне умереть с достоинством. Ян, забирай Риту. Геральт. Яна, хоть раз не спорь с ним. Я не пройду через портал с вами двумя. Тебе придется выбираться самому. Идите. Я все равно не люблю порталы. Забавно. В иные времена я бы умоляла тебя не делать этого. Ты бы никогда не умоляла, ты слишком гордая. Привет, Трис. Ты рехнулся? Вы одни отправились на Имлериха? На шабаш? Как ты мог так рисковать, Цири? Цири должна была это сделать, и я не мог отпустить ее одну. На моем месте ты поступила бы так же. Кроме того, я все время был там. Все было под контролем. Давай сменим тему. В пригородах мы видели, как жгут нелюдей. С каждым днем становится все хуже. В городе не осталось чародеев, так что охотники нашли себе нового врага. Надо как можно скорее завершать все дела и уезжать отсюда. Как дела у ложи? Кто-нибудь из магичек будет нам помогать? Все не слишком здорово. Ида отказалась. Франциска ни за какие сокровища не покинет своего владеницы, пока вокруг война. Мы не знаем, что с Фрингилией. Связаться с ней не удалось. Мы с Йен отбили Маргариту. Я знаю. Лютик приготовил для нее комнату на втором этаже. Она отдыхает, приходит в себя. А что с Кейрой и Филиппой? Кейра? Я думала, уж ты-то знаешь. Мало кто сумеет отказать чародейке. Кейра Мец
всегда умела настоять на своем, так или иначе. Но когда она потребовала заметки чародея Александера, я отказал ей. В сущности, Кейре нужен был какой-нибудь импульс, чтобы начать новую жизнь. Она получила его совершенно неожиданным образом. По прошествии лет никто не помнил, что создательница лекарства от чумы Катрионы скрывалась под маской деревенской колдуни. Я видел и менее подходящие пары. Надеюсь, у них все сложится хорошо. А я надеюсь, что все сложится у нас. И мы найдем Риту и Филиппу. Я провела небольшое расследование и узнала несколько интересных вещей. А именно? Тебе поподробнее или покороче? Рассказывай все в подробностях. После побега из Лок-Муини она попала сюда, в Новиград. Попросила помощи бывшего любовника, чародея Артура Девлеестера. Девлеестер? Знакомая фамилия. Когда-то Филиппа выставила его на посмешище, и Артур решил отомстить. Убедил ее, что люди родовито будут искать чародеек, и что в облике совы она будет в безопасности, а потом надел ей на ногу кольцо из Двимирита. Вскоре начались преследования чародеев. Артура казнили, и его имущество выставили на торги. Так случилось, что на торги заглянул наш знакомый краснолюд. Золото. То есть Филиппа все это время была у нас под носом? Именно что была. Пару дней назад Золтан проиграл ее в карты. Ты шутишь? К сожалению, нет. Появился здесь один человек. Ободрал Золтана как липку, а под конец предложил сыграть на сову. Конечно, он выиграл, после чего вежливо поблагодарил за игру и вышел. Кто это был? Известно, где он живет? Не местный. Никто его не знает. У нас есть какой-нибудь след? У нас есть это. Это ее перо? Думаешь провести дивинацию? Мы применим гидромантию и кое-какую ворожбу. Но для этого надо найти неприметный фонтан. Пожалуй, фонтан у пассифлоры подойдет. Хорошая мысль. В путь. Это здесь. И правда, тихое место. Тогда начнем. Смотри на воду внимательно. Нельзя упустить ни малейшей детали. Граеме Эдуи, Робине, Гелле, Афальте. Граеме Эдуир, Дайгнис, Карле С. Пирхина, Айтклете. Знакомое место. Бань. Дикст. Она у него, в его банях. Я мог бы догадаться. Это было прошлое или будущее? Прошлое, недалекое. Надо спешить. Идем в бани. Может, еще не поздно. Пойдем. Надеюсь, что мы успеем. И что Дикстра не причинит ей вреда. Всякое может случиться. Одно неверное движение, и жертвой будет он. Ну, не знаю. Дикстра никогда не простит, что она подослала к нему убийц. А Филиппа наверняка слаба. Она все еще могущественная чародейка. Если люди Дикстры снимут с нее Двимирит, она убьет их прежде, чем они успеют сказать «Ох, сука!». Должно быть, они недооценили Филиппу. Ты был прав. Должно быть, она вернула себе человеческий облик. Скорее! Я чувствую сильную магию. Идем внутрь. Сдавайся! Это лабиринт. Ты никогда отсюда не выйдешь! Гребаные идиоты! За ней! Мы этим займемся. Вот уж нет.
Чародейка останется здесь. Мы идем вместе. И речи быть не может. Успокойся, Геральт. Я останусь. На случай, если она побежит сюда. Хорошо, я сейчас вернусь. Филиппа, подожди. Красивая. Ну что ж, как угодно. Хорошо смердит. Теперь я твоя госпожа. И ты должен меня защищать. Понял? Барт понимает. Стой здесь и не пускай. Ведьмак не пройдет. Красивая сапожа запретила. Зараза, сука, падла, она и на него чары наложила. Она ранена, ты знаешь? Я хочу ей помочь. Она велела не пускать. Барт не пустит. Ха. У тебя болел когда-нибудь живот? Болел, когда Барт съел старого утопца. У нее все болит так, будто она съела 100 старых утопцев. Барт не хочет. От утопца очень болит. Пропусти меня, я ей помогу. Барт пустит. Ведьмак поможет. Я хочу тебе помочь. Помочь мне умереть, как бы не так. Я не собираюсь причинять тебе вреда. Как же? Ты меня не достанешь. Я хочу тебе помочь. Прости, но как-то не верится. Прекрати верещать. Если бы я хотел тебя убить, убил бы. Чего ты хочешь? Пытать меня? Смотреть, как меня пытают? Мне нужна твоя помощь. Если ты меня обманешь... Расслабься, не собираюсь я тебя обманывать. Снаружи ждет Трис, она все тебе объяснит. Мне жаль, но эта госпожа пойдет со мной. Дикстра, уйди с дороги, у меня нет на это времени. Против тебя я ничего не имею, Геральт. Асфиль, нам есть о чем поговорить. Помнишь, как ты подослала ко мне убийц, дорогая Филь? Ты допустила ужасную ошибку. Такие вопросы надо решать лично. И сейчас я покажу тебе как. Я помню, что вас связывало, но сейчас не лучшее время для любовных ссор. Зато идеальное, чтобы свести счеты. Филипп пойдет со мной и ответит за все милости, которыми меня одарила. Ты всегда умел ценить важные сведения. Поэтому я не верю, что ты можешь сказать нечто, о чем я сам не знаю. Император Нильфгарда не сумел перетянуть на свою сторону торговую корпорацию.
Оппозиция взяла его за жопу? О, тогда белому пламени недолго осталось плясать на курганах врагов. Его дочь вернулась. Император хочет отречься в ее пользу. Невозможно. Целилла? Это может изменить ход войны. Если только ты не ошибаешься. Мне сказал об этом сам император, так что новости с первых рук. Эмгир, лживая падла. Не в том случае, когда речь идет о будущем его дочери. Ты не представляешь, какая это важная новость. Смена правителя на императорском троне могла бы закончить войну. Вот Радовид обрадуется. Если Эмгир отступит, не останется никакой силы, способной остановить этого безумца. Особенно теперь, когда наш план не сработал. Ты правда думаешь, что у вас что-то выйдет? Радовид безумец, но не идиот. Он отлично знает, что есть множество людей, которые... Молчи. Я вас правильно понимаю? Вы хотите убить Радовида? Ну и ну, Сиги. Я поражена. Я-то думала, ты успокоился. К сожалению, как ты знаешь, Радовид заперся на своем корабле. Остерегут его так, что я не удивлюсь, если пара стражников для верности спит с ним в одной постели. Ты слишком много знаешь, Филь. И это еще один повод тебя убить. Может, стоит выслушать Филиппу? Она, надо думать, тоже не в восторге от Радовида. Рада, что кто-то наконец додумался избавить мир от этого выродка. В гробу я видал твои похвалы. Есть только два человека, которые могут выманить Радовида с корабля. Эмгыр и я. Ты готова стать приманкой? Боюсь, Эмгыр на это не согласится. Так что... Как бы, сука, не так. Геральт, я бы не доверил ей даже яйцо вкрутую сварить. Это верно. Я не умею варить яйца. Но подумай, как поведет себя Радовид, когда услышит, что вы меня схватили? Разве он не забудет об осторожности для того, чтобы меня убить? Лично, собственными руками. Исключено. Забирай ее отсюда, Геральт. Не то меня сейчас кондрашка хватит. А потом... Потом нам с тобой надо встретиться с нашими друзьями. Я снял склад в порту. Приходи туда. Простите, что задержалась. Пришлось повозиться со стражниками. Привет, Трис. Филиппа, ты как? Бывало и лучше. Я тебя сейчас заберу. Вы справитесь? Да. Спасибо за помощь. Ведьмак Геральт. Заходи. Шеф ждет наверху. Может, скажешь уже, в чем дело? Сейчас Геральт придет. Если придет. Не хочешь говорить, тогда разливай. Все ждем, ждем. У меня уже глотка. Ведьмак, наконец-то. Теперь мы все здесь. Угу. Забились тут, как не знаю кто. Зачем ты нас собрал? Радовид сидит на корабле, туда ходу нет. Я уже говорил. Постой. Я знаю, как вытащить его на сушу. Но всему свое время. Для начала я должен покаяться. Я рассказал о нашем плане Филиппе Эйльхарт. Mea culpa. Охуенно. Ладно, ладно, все не так плохо. Сомневаюсь, что госпожа-чародейка предупредит ублюдка. Более того, она всей душой желает поспособствовать его смерти. Я, разумеется, никогда не приму ее помощи. Но Филь, она вдохновила меня. Можно сказать, послужила мне музой. Вдохновила на что? Терпение. До сути дела мы еще доберемся. Геральт, если я правильно помню, Радовид нанял тебя найти Филиппу. Твоя пронырливость начинает действовать мне на нервы. Я знаю, прости. Это профессиональная деформация. Нет, ты больше не шпион, забыл?
Ты же выбрал жизнь преступника. Нет, этот выбор сделали за меня. Филиппа заставила меня бежать из Риданий. Родовит не дал мне вернуться. Дикстра, это охуенно печальная история. Прямо за душу берет. Ну давай уже к делу. Да, ты прав. Геральт, будь любезен, ответь, пожалуйста, на вопрос. Он давал тебе заказ или нет? Да, я нашел только ее убежище. А что ты предлагаешь? Мы могли бы использовать Филиппу, не вовлекая ее в наши дела, если ты нам поможешь. Родовид ждет, что ты добудешь ему какие-то сведения о ней. Достаточно упомянуть ее имя, намекнуть, что ты напал на ее след. О-о-о! Клюнет как миленький, заглотит и крючок, и леску, и половину удочки в придачу. Скажем, Родовид клюнет на наживку и поверит мне, хотя не факт. Что дальше? Ты скажешь, что нашел убежище Филиппы. Где-нибудь, где мы сможем устроить засаду и взять его в ловушку. Предложение? Мост на Храмовый остров. Застроен с обеих сторон. Масса закутков и ворот. Легко отрезать от остальной части города. Хорошая мысль. Я разделю своих людей. Половину на одну сторону, половину на другую. К воротам. А посередине Бьянка с хорошо смазанным арбалетом. Видишь, Геральт, мы просим только, чтобы ты пригласил Родовида на прогулку. Вытащил его на мост. Ну что скажешь? Я в деле, но когда все закончится, что потом? В городе начнутся беспорядки, возможно, паника. Нам придется где-то отсидеться. Я уже думал об этом. Помнишь театр мадам Ирен? Он сейчас стоит пустой. Мы с Талером будем ждать вас там. Будете нас ждать? Значит, свои шеи вы подставлять не собираетесь. Не в этом дело. Мы с Дикстрой охуенно много всего умеем, но мы не бойцы. Из нас вояки такие же, как танцовщицы. Не волнуйся, Геральт. Люди у меня опытные, они справятся. Главное, приведи им короля. Я сделаю, что смогу. Где сейчас его корабль? Прямо за углом, в Новиградском порту. И очень надеюсь, ты к нему придешь, когда он будет в добром настроении. На мосту должно быть пусто. Мои ребята этим займутся. А что со стражей у храма? Они же, сука, набегут, как увидят, что творится. Если им немного приплатить, не набегут. Филиппа? Что ты здесь делаешь? Геральт, не задавай вопросов, на которые и так знаешь ответ. Это выглядит нелепо. Разумеется, подслушиваю ваш разговор. С немалым интересом и удивлением. Может, скажешь, что тебя так удивляет? Ваша наивность. Вы правда думаете, что Родовид поведется на такую грубую ложь? Родовид безумен. Он уже не способен мыслить рационально, поэтому... Поэтому он запросто может отдать тебя под пытки, даже если ты приведешь меня в цепях. Просто так. Филиппа, зачем ты мне все это говоришь? Ты так обо мне беспокоишься? Конечно, нет. Но я уверена, что сейчас абсолютно важно, чтобы Родовид умер. Вы не хотите моей помощи? Это печально. Но я сделаю все, что смогу, чтобы вы не облажались. Вот, возьми. Кольцо. Рубиновая печатка с риданским орлом. Это кольцо Визимира, отца Родовида. Отдай его. И, может быть, он поверит, что ты меня нашел. Возможно, он даже решит тебе довериться. А в чем подвох? Нет никакого подвоха. Филиппа, я слишком хорошо тебя знаю. У тебя всегда есть запасной план. В этот раз его нет. И мне нужно только одно. Голова Родовида. Удачи, Геральт. Она тебе понадобится. Блевать меня тянет от сегодняшней жратвы.
Ведьма Геральт, чего тебе? Мне нужно увидеть короля. У меня новые сведения о Филиппе Эйльхард. Сдавай оружие. И за мной. Ваше Величество, ведьмак с новостями о Филиппе Эйльхард. Надеюсь, в этот раз ты принес что-нибудь получше магических кристаллов. Я знаю, где она. Может быть. А может быть, ты хочешь обмануть меня, как другие. А что другие? Видишь ли, пошли слухи, что я щедро награждаю любого, кто приносит сведения об Эйльхард. Людей жадных и глупых в округе предостаточно. Так что на сходнях быстро образовалась очередь. Первым на корабль пришел охотник. Принес мертвую сову без глаз. Он думал, что я поверю, осыплю его золотом. Я приказал его ослепить, а затем сбросить за борт с камнем на шее. Второй был смотритель почты из Оксенфурта. Он заявил, будто нашел ее письмо. Поддельное, разумеется. Я приказал отрезать ему пальцы. Писать он больше не будет. А, и язык. За лживые слова тоже следует карать. Думаю, не стоит говорить, что очередь быстро истаяла. Я профессионал, мне дорога моя репутация. Было бы глупо приходить к тебе с пустыми руками. Кольцо моего отца. Филиппа запечатывала им свои приказы и рассылала их от имени короля. Где она? Под самым твоим носом, в Новиграде. В доме на мосту, который ведет на Храмовый остров. Почему ты не привел ее ко мне? Сперва ее надо поймать. Я только выследил ее и украл кольцо, чтобы доказать, что нашел ее. Ты ее боишься? Нет. Ты хочешь убить ее сам, своими руками, и я об этом знаю. Ты пойдешь со мной. Губрехт, собирай людей. Сколько, сир? Всех. Ну? Где она? Где Филиппа? Как я говорил, она в доме на мосту, ближе к тому концу. Перекройте эту сторону. Нам не нужны гости. Никаких зрителей. И свидетелей. Демьян, Жук, Эгберт, Фрик, Каспер. Останетесь здесь. Будете прикрывать тыл. И убейте ведьмака. Ты не знаешь, где именно прячется Филиппа. Без меня. Не бойся, мы как-нибудь справимся. Разумеется, с твоей помощью это было бы проще. Но ты меня злишь. Ты слишком много знаешь. Ты слишком часто мешал мне. А твоя грубость меня раздражает. Я убивал и за меньшее. За мной! Скажешь, что напоследок? Сука! Освободить ведьмака, потом родовик. Держись, Геральт, мы идем! Это ты зря. Порядок? Да, спасибо за помощь. План похерился. Значит, будем импровизировать. Геральт, за мной. Надо достать Родовида, пока не прибыло подкрепление.
Откройте! Я приказываю открыть дверь! Надо было попросить. Мы в расчете. Я совершенно искренна. Простите. Не смогла отказать себе в удовольствии. Как она? Откуда? Что за... Она подслушивала нас на складе. Что? И ты ничего не сказал? Давайте позже все обсудим. Родовит мертв. Неважно, кто его убил. Задание выполнено. Теперь пора отсюда сваливать. Сейчас реданцы набегут. Идем. Ну что там? Получилось? Получилось. Но все пошло не по плану. Ладно, потом расскажем. Сначала надо выпить. За север! За Тимерию! За Тимерию! За Тимерию, сука! Вы не рано празднуете. Родовит мертв, но до освобождения Тимерии еще далеко. Война не окончена, и конца что-то не видно. Ты ошибаешься. Завтра в полдень командующий группой армий «Центр» подпишет договор от имени Эмгыра. Условия договора оговорены с Дикстрой. Значит, в Велине, когда тебя поймали тролли, ты... Да, я возвращался с переговоров. Эмгыр получает Аидирн и Лирию. Из Тимерии он выйдет. В обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны... Тимерия станет вассалом империи. Самоуправлением, собственными судами, администрацией и войском. Серебряные лилии расцветут в лучах великого солнца. Будь я поэтом, я бы сказал как-нибудь так. Но я не поэт, так что скажу просто. Другого выхода нет. Вы не сказали мне всей правды. В этом отношении да. Мы же знаем, у тебя аллергия на политику. Вот и решили напирать на судьбу чародеев. Тогда конец кончал бы все как просто. Все кончить сразу. Чтобы одним ударом все завершалось и кончалось здесь. Это что? Вакмет, акт 1, сцена 7. Всегда мечтал сыграть в это... Но меня брали только на роль второго пикинера. Геральт, выброси из головы все, что сказал тебе Талер. Не будет никакого договора с Нильфгардом. Предание под моим просвещенным правлением будет сражаться до победного конца. И, победив, объединит все земли Севера, включая Тимерию. Что? Как? Не об этом мы, сука, договаривались. Это правда. Вместо этого мы настаивали на сомнительной независимости одного государства. И чтобы восстановить ее, мы отдали Эмгыру едва ли не все остальные королевства Севера. Не самое мудрое решение. Так не годится. Двуличный ублюдок, я этого не допущу. Вообще, как раз ты, Роше, должен понять, что у меня нет выбора. Почему я это должен понимать? Потому что ты тоже патриот. Геральт, это тебя уже не касается. Ты можешь идти. Удачи тебе на пути и все такое. Дикстра, я не позволю тебе их убить. Ох, беда. Тогда ты умрешь вместе с ними. Убить их всех! Тимерия! Не лезьте ему под меч! Не справимся! Зовите подмогу! Не стоит! Берите сюда!
Ох, ебись, оно все в три прогиба. Еще бы немного. И... Это еще не конец. Завтра нильфгаардцев должен встретить посланник. Не сомневаюсь, что Диэкстра приказал его убить. Этого допустить нельзя. Прости, но я не могу, я... С тебя политики достаточно, понимаю. Когда все закончится, приезжай в Вызиму. Тебя примут с почестями. Прощай, волк. Что случилось? Еще ничего, но что-то намечается. Филиппа и Маргарита хотят со мной поговорить. Они сказали, о чем разговор? Нет, но я догадываюсь. Готова поспорить, у них есть на меня какие-то планы. И они милостиво заблаговолили меня в них посвятить. Бояться нечего. Просто сходи и послушай, что они хотят сказать. А вдруг они попробуют меня заставить что-то делать? Сомневаюсь, что у них получится. Маргарита всегда беспокоилась только о твоем образовании. Не думаю, что она захочет втягивать тебя в политику. С Филиппой труднее. Она азартный игрок, но насильно своих взглядов навязывать не станет. Если ты решительно откажешься от ее предложения, она будет с этим считаться. Спасибо, Геральт. Ну иди, не давай им слишком много времени, а то они еще что-нибудь выдумают. Ты не пошел с ней? Они должны относиться к ней серьезно, а значит, я не могу держать ее за руку. Справедливо, ты прав. Спокойно, она справится. Рита ей вреда не причинит, но Филиппа... Она может быть беспощадной. Цири находила выход из более сложных ситуаций. Да, нам удалось ее научить кое-чему полезному. Верно. А значит, бояться нечего. Само собой. Я только взгляну. Думал, ты никогда этого не сделаешь. Что ты видишь? Филипп разглагольствует. Цири ходит туда-сюда. Остановилась. Что-то говорит. Филиппа побледнела. Должно быть, она сказала ей пару ласковых. Браво, Цири. Тихо, она выходит. Ну, что? Вы подслушивали? Да. Нет. Я вижу, ничего не изменилось. Если хочешь побыть одна, все обдумать... Да, пойду пройдусь. Мне надо остыть. Я надеюсь, что... Ничего с ней не будет. Она крепче, чем нам кажется. Лучше загляни к Авалакху. Вроде он хотел тебя видеть. А как же так, Рита? Тут же всегда был. Был, да сплыл. Здесь много хозяев. Сам не знаю. Так что а ведьмак лох.